Нет? Ну, примерно такой формат. Этот сварочный робот способен заменить сразу нескольких специалистов. Однако и им нужно уметь управлять. Разрабатываем робототехнические комплексы, типовые решения с применением роботов, занимаемся прототипированием оснастки под робототехнические комплексы. Цель этой школы – это популяризация автоматизированных решений и генерация кадров для промышленности. Уже не одно десятилетие в стенах вуза готовят сварщиков. Кстати, сегодня профессию можно назвать одной из востребованных на рынке труда. Те ребята, которые выбрали направление машиностроения с профилем сварка, это абсолютно правильное решение, потому что эта специальность, это направление очень востребовано, конструкций сварочных много, тем более, что у нас разрабатываются и новые виды сварки, и новое использование сварочных технологий, поэтому, ну, наверное, одно из самых перспективных. Профессия, кстати, популярна не только среди студентов, но и студенток. Я учусь на другом направлении, но я параллельно получаю образование сварщика. С детства интересно чем-то таким заниматься. Я и с деревом работаю, и с металлом. Внимание, терпение, то, что быстро дуга не ведется, нужно ее вести медленно и аккуратно. Для продуктивного обучения студентов площадку оснастили роботизированным техоборудованием. Студенты по заказу предприятий смогут проектировать и прототипировать различные изделия. Инженерную школу планируют внедрить в учебный процесс студентов факультета специальных технологий. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.